Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш, очередной имба-герой, я надеюсь. Я не просто так качал этого героя, это Седнушка. Я вам показывал уже, что мы будем ее прокачивать. Мы практически ее уже докачали. И вот сейчас мы ее уже наконец-то докачаем. И потестируем на максималках, что она может. Как она тащит, не тащит. В общем, вот так вот. 30 уровень у нас уже. Так, ну, следующим давайте, я не знаю. Со всего этого, он такой, скажем, будет следующим востребованным у меня. Можно попробовать Асурика, конечно, интересно будет на него посмотреть. Но мне для атаки фортов нужен будет и Тен, поэтому мы прокачаем Феникса. Мы можем вообще вот так вот силу поднимать немерено. Так, давайте начнем Феникса качать следующего, потом уже дальше либо Асура вариант, либо фиг его знает. Ну, Асурика хочу, хочу также посмотреть на Анубиса и на Фрэнки. То есть это такие, ну, Бигфут, то это само собой тоже интересно посмотреть. Пока до него время дойдет. Хоть книги есть, это радует. Что на одного-двух героев пока у нас ресурсов хватает. Так, окей, давайте уже докачаем его. Так, в общем, мы отвлеклись немножко. Поехали. Седнушка. Седнушка. Так, пропустили мы ее опять. Вот такая вот сборка у меня на дефе стоит. Но мы сейчас потестируем такую сборку. Потестируем в разных локациях. Давайте поставим ремку. То есть мы сделаем с нее, скажем так, такой вариант, чтобы она сразу же включалась, ультовала. Она автопрокер. Очень много дамага. Скажем, такой дефный вариант. Можно сюда еще что-то другое поставить, но мы заморачиваться не будем. Вот такие вот у нее статки. В принципе, статки довольно-таки неплохие. Герой сам по себе и хиллер, и ресает, и восстанавливает. Имеет неплохие показатели. Автопрокер. Также усилитель, ну, скажем так, бафер и понижает деф. В общем, соло герой будет реально очень крут. Давайте сюда еще ангела вцепим для полного заряда. Можно было бы и панчбокса поставить, но, в принципе, смысла не вижу. Поехали, начнем с рейдов. Ну, скажем так, это вспомогательный герой. Это не особо там герой, который будет тащить, но в определенных ситуациях реально герой хорош. Ну, видите, раз-два и с ним расправились. Вот как-то так. Вроде у нас там и сборочка, да, такая нехилая. Но все равно сливает. Ну, это здесь сливает. Будет атака фортова, там мы посмотрим. Смотритель, посмотрите, как выносит. Так, что у нас Фрея? Сколько наносит Фрея? Ну, Фрея вот сейчас неплохо так дамажит по 120к. Ну и посмотрите на ее урон от хил. Хорош, хорош. Нравится она мне тоже. Ну, конечно, до Махатмы далеко, да. Всем, наверное, героям, даже тому же самому Космо на 30-ке Махатма, как по мне, просто мега, мега кайфовая. Ну и посмотрите, Седнушка тоже стоит. Нехило так. Ну,
конечно, не совсем то, что хотелось бы. Эти стан проходит, и все, и герой просто тупо стоит, ничего сделать не может. Такой сборки дамага не особо много, но зато хоть жизни хватает. Ну, такое. Я бы не сказал. В принципе, рейд для этого героя не показатель, это вспомогательный герой. Давайте здесь попробуем. Думаю, здесь будет поинтересней. Поехали. Опа! Неплохо тогда. 49к, да ее там особо не пробивают, но она, конечно, так неплохо дамажит. Но тоже не особо убивает в такой сборке. Ну и Фрея пробить не может. Интересно. Поехали дальше. Так, вот тут все вместе кучно. Ну, 240, я вам скажу, как-то маловато. Даже очень маловато. У меня герои даже не с такими прокачками больше выбивают. Она тут даже отхил не перебивает. Это при том, что она еще с усилением, ребят. Учитывать это тоже надо. То есть она сама на себя баф еще кидает. И такой урон печальный. Странно. Посмотрим, как ее будут сейчас пробивать. Хотя тут, в принципе, уже некому пробивать. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что это мега-мега там прям нормальный герой. Ну, видите, есть герои, которым реально заходит 30-й прорыв. Есть герои, которые не зависят от уровня вашего прорыва. Они просто используются в тех или иных локациях. Ну, тут, конечно, прикольненько получилось. Это мне понравилось. А тут так выйдет. Ну и тут, в принципе, неплохо. Посмотрите, у нас остался там Анубис. Ну, такое что-то. Так-с. Хорошо, делаем. Ставим сюда. Вот так вот. Так, и в принципе можно поставить порочный пакт. Идем на подземки. Сейчас, думаю, будет поинтереснее посмотреть, какой у него под бахом дамаг будет. Конечно, у нас опять же есть смотритель, поэтому главное не спутать все. Но обычный герой шотит. Это уже радует. 2 миллиона. Не особо так и много, я вам скажу. Четыре. Хотя, может, я уже просто зажрался здесь. И уже хочу, чтобы все выбивали по 25 миллионов, как Бугимен. Но, к сожалению, так это смотрите, ударит. Да, то есть обычный удар где-то 2, крит 4. Ну, в принципе, неплохо. И так, в принципе, неплохо. Хорошо. Ну, я думаю, там особо заморачиваться, еще проходить смысла нету. Мы делаем так общий тест. То есть вы приблизительно понимаете, что герой себя представляет. Так, теперь давайте
Вернем ремочку обратно. И сделаем вот так вот. И пойдем. А, давайте еще поставим панчбокса сюда. Опять же, шанс слива еще больше стал. И пойдем вот сюда. Так, здесь она у меня уже есть. Сюда мы поставим бугимена. Так, ее поставим сюда. Так, а тут мы вместо... Блин, такие пачки везде хорошие. Вместо... Ставим Махатму. Так, поехали, смотрим. Смотрим, что герой сможет показать нам на PvP локациям. Неплохо. Я не увидел, кто там был, конечно, в команде, но это уже было неплохо. 280. Ну, против Охника, как видите, шансов вообще никаких. То есть, по сути, наш... Ну, мы сняли, конечно, СО. Может, и зря, но все равно не тащит. Ну, Охник не максимальный. Ну, тут понятно, тут Махатма затащила все. Против Рэя, я думаю, тоже тут вариантов особо у нас не будет. Если мы всех остальных сольем, то Фрею вряд ли. А вот Фрея нас запросто сейчас, наверное, на разгоне сольет. Под 300 отхил, в принципе, таки неплохо. Если он как дополнительный отхил. Да, Фрея все-таки сливает. Да, в принципе, это не удивительно, у нас сборка ожива, по сути, никакого дефа нет. То есть герой просто пробивается на ура. Но все равно 3 минуты, я говорю 3 минуты, сколько там, 40 секунд продержался герой против Рэя. Правда, опять же, не максимальный. А тут моя бабуля уже начинает рассекать. Так, 1-1. Но тут моя пачка уже, я надеюсь, затащит. В любом случае, 30-й прорыв, это 30-й прорыв. Это статы героя увеличены на 2, и это уже неплохо. Конечно, даже зависит все от ситуации, куда попадет ваш герой, но в любом случае это уже неплохо. Так, поехали сюда. Ну, блин, ничего так, конечно. 92. Ну что тут, кто кого, Махатма? Не смогла. В принципе, интересно было бы посмотреть один на один. Блин, ну здесь убивает героя, причем таки прилично убивает, но у нас, конечно, и не особо топовая сборка на атаку, но героев сливает.
Все-таки, блин, под 50-ка атаки дает свое. Ты никуда от этого не денешься. Ну-ка, интересно, против Асуры посмотреть на отражалке, что будет. Да пофиг, судя по всему. Но вот Фрейю, опять же, она не сольет соло. То есть один на один они могут очень долго биться. Хотя, конечно, если там отхил не будет вовремя прилетать, то шансы у нас есть. Но не факт. 67 отхил, 80. Не, нам, скорее всего, времени не хватит на это все дело. А нас еще и слили. Вот так вот. Что я могу вам сказать, ребят? Вот такой вот получился герой. Я бы не сказал, там и Тесси где-то еще, я не буду. Чисто прокачал ради того, чтобы была полная пачка на дефе. 30-ок также чисто ради атаки фортов. Все, пишите комменты, пишите, кого хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.